Да, Дуда, 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 Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем нашу любимую игру играть. И тут что-то у меня собачка тут появилась. Давай с ней поговорим. Гав, мой хозяин пропал, ты не мог бы найти его? Да без проблем. Пропавший владелец, хорошо. Ну что ж, Тони, подожди, кто такой Тони? Это же у нас владелец пивнушки. А, Тони, для начала я тебя проверю, пропала одна из моих передач, попробуй-ка ее отыскать. Передач? Так, ну ладно, принято. Первая работа у Тони, хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, отправляемся. Радиовышка, пропавший владелец. Подожди, первая работа. Давай ее выполним сначала. Первая работа. Подсказки. Открытый мир — лучший способ создания запасов бензина для путешествий. Открытый мир — лучший способ создания запасов бензина для путешествий. Хорошо, открытый мир. Возможность продукции бензина. Исследование генерированных локаций. Создание собственного города. Опачки. Ой-ой-ой, смотри, сколько. Сколько чуваков, а? Чуваки, сколько вас тут? Да вас тут... А, харкающий, иди нафиг. Да иди ты лесом. Да еще, смотри, отсюда ползут, смотри. Чебуреки эти. Ребятушки, а не кажется ли вам, что вас слишком много? Особенно вот этого гада. Офигеть, устрелил меня, гад. Нет, подожди, подожди. Не плюйся. Так, ребята, давайте быстрее сейчас на фейерверк. Все сюда, все быстрее сюда. Не, смотри, они очень медлительные. Сейчас мы их тут обгоним, сюда обойдем. И отсюда вас стрельнем. Все сюда. Бегом. Давай. Давай, стреляй. Да я не могу попасть, алло. Есть. Кого-то разорвало, кого-то порвало. Но еще очень много живчиков живет здесь. Ну что ж, давайте сюда, на эту бочку. Все, друзья, собираемся. Хватит плеваться, всем достанется. Всем достанется. О, попал меня, гад, а. Сейчас соберемся всех. Есть. О, а ты что, гад, не умираешь? Гаденыш. А ты чё, ползаешь здесь? Ага, да. Сколько вас? Много, нет? Выходим. Все выходим? А, кошелка. Стало мне мешает стрельнуть в бочку. Угу. Идем дальше, смотрим, что здесь у нас. Комод. А, шприцок какой-то лежал. Ага. Ничего нету здесь. И здесь, конечно, толпа будет. Ух ты, ловушка. Да ё-моё. Чё эти ловушки постоянно не вижу? А здесь есть ловушка какая-нибудь? Зомбачьё. Ух ты. Ладно, выходим все. Я вас отсюда... Ой, подожди. Я отсюда вас подожду немножко, ладно? С вот этой штукой. Есть. Один готов. О, видишь, как они хорошо идут, смотри. Мне прям нравится. О, нифига! Чё у тебя с грудаком? Есть. Оба, критический удар. Сейчас я всем башни попробую подрихтовать. С этой теперь стороны. Есть. Вот это тоже. С этого я хочу чувака стрельнуть. О, есть. Так, ребята, давайте это потихо. На тебе. Готово. Меняем оружие.
Готов, готов. Ребятушки, я с вами очень много трачу оружия. Вы мне почему не даете патроны? Патроны мне не дают, гады. А патрончиков я уже много потратил-то. Смотрим комодик. Скорее всего, там ничего не будет. Да, конечно, пусто все. Эта дверь у нас не открывается. А здесь, наверное, зомбачье будет у нас. Конечно. Меняем сразу оружие. Ё-моё, ты еще заряжаешься 3 часа? Есть. Угу. Спускаемся вниз. Ох ты, нифига. Куда я стрельнул-то? А, есть один. Второй. Третий. Бабулька, зомби-мать. Смотри, ты какая сильная. Готово практически. Меняем оружие. Да что там я постоянно где-то что-то стою? Что? Невозможно. Ах, зарядиться надо. Почему-то я раньше считал, что здесь одинаковые патроны, что оттуда, что до сюда. А оказывается, это разные. Разное оружие. Есть. Так, тихо. О, отлично, мать. Не шатайся так. На. Все, аккуратненько сейчас. Да, патронов дофига уходит, на самом деле, смотри. Сколько у меня было? 1700, сейчас стало 1600. 100 патрончиков. Ну что ж, сейчас поищем здесь. Здесь, скорее всего, тоже ничего не будет интересного. Да, найдите важный пакет. Да куда? Пакет? Подожди, в смысле пакет? Здесь ничего нету. А, кусок серебра есть. Нормально. А, подожди, у меня здесь еще знаешь, что рядышком находится? День ракет. Сейчас я использую день ракет. День ракет. Убейте зомби, 9 штук. Давай, зомбачье, идем ко мне. Со мной, все за мной идем. Вот еще зомбак ходит. На. Пошли туда, к нам. Идет он, нет? Идет. Сейчас мы их всех, ребятушек, сделаем всем фейерверк. Вот тот последний, кажется, не успеет до фейерверка. Но ничего страшного. Смотри, сейф стоит. Офигеть. Его так сразу не видно. Фейерверк. Патроны. Да я кучу чего поднял. Еще патроны. Сейф, смотри. Видал? Теперь надо аккуратненько, потому что отмычек у меня мало остается. Есть. Ух ты. Сразу 2 отмычки. А, ё-моё! А, нет! Отмычки какие-то стрёмные. Они сразу ломаются. 600 монет и 1 бинт. И 5 гранат, нормально. Какие гранаты?
Я не успел увидеть. А тут что интересное у меня есть? Крутить. Сколько? 2 часа осталось. На, на, гад. Вот это да, зомби заключенный, какой мощный. Есть, есть, есть. Фига, сколько я в тебя засадил патронов. Готов. А, ну этот слабый. А этих этих, смотри, с одного удара. Нормально, практически с одного. Да, практически с одного удара я их валю. Вот этот вазека заключенный, он мощный сильно. Сильно мощный. Его не так легко убить. А эти с одного, с двух ударов. Есть, есть. И еще раз. Готов. 30 патронов, 9 миллиметров. Спасибо. Смотрим здесь по сторонам, вдруг еще есть сейф. Я не знаю, там тут один сейф попадается или их несколько. Я помню, где-то в этом месте еще сейф стоял. Нет, нифига нету. Значит, значит, что значит? А значит то, что... Ух ты. Значит, то, что просто на одной локации, наверное, скорее всего, просто один сейф попадается. Сейчас мы зомбаков уничтожим. А это что здесь открыто? Ух ты, а там какое-то здание. Так, подождем зомбачню. Здесь спрячемся. И зомбачки сейчас сюда придут. Готово. Тоже готов. Чувак, о, кожу мне дал, спасибо. Хотя она достаточно дешевая, ну ладно. Угу, вот. Ждем, ждем монстров. А, ну в первой волне... А, нет, вот он. Вот он, гад. Готово. Есть, разлетаются, стрелы хорошо. Да, 5, а 10 зомбаков еще осталось убить. Так, 4 выстрела у меня всего лишь. Сейчас эти монстры подойдут, надо будет успеть. Вот они здесь. И тут 2 монстра, да как так? Офигеть, смотри, 47% стены нет. Уничтожено. Зомбачьем. Фига себе, как они так успели? Такое в первый раз я вообще вижу. Миссия обновлена. Атакующие зомби. Вот они, друзья, идут. Гады, не успел я, конечно, не успел. Да, конечно, сейчас я тебя взорву, стену. Гад. Иди лесом. Миссия провалена. Да нет. Подожди, начать миссию заново, конечно. Фига. Миссия провалена, нифига. В смысле начать миссию заново? Ну я ж начинаю. А-а-а, начать миссию заново, то бишь вообще начать миссию заново. Ну, так неинтересно, слушай, вообще. Так вообще неинтересно, смотри. Начать миссию заново, то бишь вообще миссию заново начать. Ну ладно. Попробуем быстренько ее пройти. Не знаю, получится или нет. Так, давайте тут дурачье сюда идем. Да ты че, гад, тут ходишь? Мне нужно, чтобы вы все встали аккуратненько сюда, рядом с бочкой. А вы ходите. Непонятно как. Ну давай сюда их заведем.
Пусть сюда подойдут поближе. Раз, два, три. Готово. Видишь, мне еще и ништяки дают. Ага, ага. Это хорошо. Мне надо будет этот, подожди, найти сейф. Сейф найти. Сейфок. Где же находится сейф? Может быть, в этом месте? А, вот, видишь, сейф стоит. Хорошо. Ну, сейчас, погоди, я немножко подожду. Сейф, я немножечко попозже его разберусь с этим сейфом. Сейчас мы их сюда подзовем. Пускай подойдут поближе. И мы их всех подзорвем. Мне они ничего не дали, представляешь? Я в шоке. Готов. Офигеть, сколько еще ползет. Ползет еще много зомбачков. Зомбаки, а чего у вас так много постоянно, а? Пойдем, пойдем сюда. Сейчас мы их подзорем здесь и нормально будет. Мы пока сейф откроем. Аккуратненько, не будем спешить. А, черт, я сказал, не будем спешить. Ну, 150 патронов. 600 серебряных монет. Одна золотая монета. Да что у меня одна золотая монета? Это вообще мало. Так, ребята, сюда заходим. Заходим, раз, два, три. Все. Готово. Все отдыхаем. Ой, витаминчики, патрончики. Хорошо. Все. Теперь нужно аккуратненько, аккуратненько следить за стеной. Гаденыш, а? Гаденыш все-таки. Как так? Стена уже 50%. Кто? Кто? Эй, ты гад! Гад этот стоит, я его не заметил, короче, прикинь. И он стену фигачит. Я, наверное, опять не выиграю. Да как так? Опять зомби, смотри. Надо мне как-то прокачать скорость. О, сколько вас прибежало, гадов-то, а? Чё тут везде какая-то вонища? Прибежало гадов, а? Сколько? 40% стены. Вот, давай быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас они повыползут. В смысле, никого нету? Ты понял? А где зомбаки? Какой-то глюк, что ли, или что, я не понял? Знаешь, либо где-то... Да, какой-то зомбак там встал, наверное. Какой-то зомбак встал там и... О, стреляющие. Подожди, сейчас. Да, конечно, сейчас я тебе... Зомбак какой-то глюканул немножко. Надо, главное, смотреть, чтобы они сюда не прошли. Какой-то зомбак глюканул и стоял непонятно где. Вот, и у нас 4 выстрела. А хотя нет. 87, еще один зомбак. Где он? Непонятно. Какой-то зомбак. Какого-то зомбака глупануло. А, нет, все.
Все, наконец я выполнил задание. Ой, хорошо. Все, вернуться в город. Конечно же, идем в город. А, полчища зомби, случайная встреча. Конечно же, встретиться. Ничего себе. Конечно же, встретиться. Может быть, и не надо было встречаться, конечно. Действительно, полчища... О! Это сейф. Может быть, и не стоило с вами встречаться, но мне нравится, что там лежит сейф. Иди, гад, сюда, к нам. Гад. Что такое, а? Ой, сколько вас близко-то. Ой, что-то нашел какое-то. Что-то интересное нашел. Ну что ж, дорогие друзья, будем вас отстреливать вот здесь. Ой, как удобно, смотри. Куда ни стрельни, везде башка. Есть. Что-то вы слишком быстро подходите, нет? Ага, укусишь меня. Сейчас, подожди. Не тут-то было. А, есть. Вот эти вот. Эти какие. Кто как их там называется? Ой, ты гад, а. А ну, может, я кому-то грудак пробью, интересно, вот этому сейчас. Нет, не пробил. У меня 700 патронов. Нормально я вообще. День ракет. День ракет вообще тема. Столько можно много собрать. Столько можно много собрать всяких патронов. Вот этот сильный прям чувак. Вообще сильный. Зомби-охранник. Вот он мощный. Вот этого надо мочить. Куда-то мимо. Ой-ой-ой-ой, я застрял, ребята. Не спешим. Есть, есть. Зомби в капюшоне? Где он? Зомби в капюшоне. Все, меняем оружие, короче, на это. И сейчас вас потихонечку отстреляем. Мне кажется, вы вот эти вот сдохнут, они ничего не дают мне. А, нет, кусок железа. Тысяча 800 патронов у меня. Мне приходится столько на вас патронов тратить. Да подожди ты. Да хватит уже махаться. О, все. Тетечка была последняя. Мне ничего не подарила, гадина. Оп, подожди. Есть. Ах, черт, я не успел. Вообще быстро надо. Либо быстро, либо ждать еще раз. Ух, два раза щелкнул, ну ничего, нормально. 600 серебряных монет, 2 гранаты, 3 золотые монеты, и все. Ну, хотя бы столько. Все. Господи, идем в центр. Продолжить. И у нас кто там? Друзья. Тони, Тони. Сейчас подойдем к Тони. Тони, дружище, все сделал. А вот, отлично, тебе боеприпасы. 50 этих самых боеприпасов. Спасибо. Проблемы с курьером. Принято. А что там у тебя задание было? С этим курьером, что-то я так и не понял. Угу. Торговцу. И, чувак, у меня есть кое-что к тебе продать. Вот это всякого барахла. 1382. На 4800, нормально. Это что такое? Предисловие к стихотворению. Нет, подожди, за 2? За 2? Продать за 2? Подожди. О, у нас очки умений, бензинчики, очко способностей забрать. Хорошо. И, а где я тут что хотел?
А, вот умение. У меня 8 очков, офигеть. Ага, вождение, торговля, устойчивость, радиация, работа с отмычкой, путешественник. Путешественник, увеличит шанс избежать случайной встречи. А мне не надо избегать. Целительство. Увеличивает скорость исцеления за каждую очку умения. Целительство нужно? Нет мне. Не знаю. Разговор. У вас появляется вариант разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Нет. Огнестрельное оружие увеличиваем. Это будет прикольно. На 8, да, сразу? О, способности. И у нас один бесплатный очко способностей. Очумелые ручки. Перезаряжайте ваше оружие на 10% быстрее. Очень хорошо. Наживо. Добавляет 10 очков к случайно выбранному умению. Так, интересно. 10 очков. К умению, не к способности. Берсик. Когда ваше здоровье... Это неинтересно. Дарующий жизнь. Вы получаете 50 очков. Это неинтересно. Шанс на критический урон 5%. Адреналин. Тоже неинтересно. Кот. Вы как кот, последний удар не сможет вас сразу прикончить. Сердцеед. Ваше умение разговор повышено на 10. При разговоре с женщиной. Супер очумелые ручки. Нет, не то. Хакер. Указатель на 10% медленнее. Хакер указатель. Ага. Король скорости. Перемещение на 20% быстрее. Вот. Перемещение. Это хорошо. Книжный червь. Защитник книг получаете на 50% очков умений. Конечно, давай книжный червь. Офигеть, я купил фигню всякую. Книжный червь. Купил всякую фигню, ну да ладно. Ничего страшного. А у меня там же какая-то книжка есть? Предисловие к стихотворению. Движение. Что это значит? Что такое движение? А, типа движение увеличивает или что? Нет, подожди, в смысле? Что за книга? В мусор. Предисловие к стихотворению. Я думал, я сейчас буду изучать что-то. Предисловие к стихотворению 10 монет. А то что, не нужно, что ли? За 2 штуки продать. Ну так я ее положу в сундук. Фиг знает. Может, когда-нибудь пригодится. Я вообще не вкурил что-то предисловие. Это движение. Давай сюда положим. Эти сюда. Это 450. Этих вот 1300 стало. Этих стало 210. Эти тоже пока не используются. Сейчас 200-300 получилось патрончики. Эти патрончики я буду собирать. Потому что мало ли пригодятся витамины. Давай пару баночек сюда отложим. Сюда. Этот сюда. И вот эту газировку тоже сюда положим. У меня, в принципе, должно в доме что-то там... А, нет, в домике ничего нету. Риэлтор. Мне с собой неинтересно разговаривать. Давай поговорим с Асом. Он мне должен денежку дать. Я же день ракет сделал. Еще раз купим. И я еще хотел, знаешь что? Мне нужно в дом сейчас зайти быстренько. Хочу что-нибудь улучшить. Медицинский стол или оружие? А ну-ка, если оружие, я поставлю купить еще одну. Купится или нет? А, нифига, не покупается, все. Ну, тогда ячейку мы возьмем, здесь купим. Вот. У меня совсем немножко осталось, я бы еще одну ячеечку с бинтом купил бы. Но мне пока денег не хватает. Либо пойти к торговцу, что-нибудь продать еще ему интересное, чтобы хватило. Мне это буквально нужно. Может, вот это ему какой-нибудь за 150 витамины? Нафиг они мне нужны? Отдадим ему. И у меня как раз появляется еще немножко денег. И мы еще улучшим медицинский стол. Да, еще один бинт. У меня 4 бинта будут делаться. Хорошо? Хорошо. Отлично просто. 4 бинта и 4 ячейки для оружия. Все. Мы прокачали, полностью прокачали, только скорость не прокачали, ну да ладно, скорость. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. Всем пока-пока.